Итак, если по сути. Мы хотим приобрести автомобиль. Мысль грамотная. Мысль нужная. Вот только где его купить? Так, чтобы можно было посмотреть со стороны... Ну где? В холодных условиях нашей зимы? А вам это надо? Вам надо покачать, посмотреть, прицениться. Вот честно, зная о том, сколько у нас зима длится, проще его купить не на базаре, а в нормальном магазине. Есть такой магазин, называется Best Auto. Машины здесь есть. Машины здесь для вас. Мест, где продаются автомобили, в городе много. Но не в каждом месте люди продают автомобили правильно. Не в каждом месте отвечают за результат. Но есть место качественное, где машины не возвращаются, где цена реальна, где можно купить машину в кредит. И такое место — Магнитная 111. И в принципе, это, наверное, наиболее правильный выбор. Есть нормальная цена и есть место. Есть выбор. И зачем платить сразу, когда есть кредит? И это место вы видите. Теперь вам понятно. К слову, здесь есть апгрейд. И к нему подходит даже очень просто. Есть у вас небольшие денежки? Да, пожалуйста. Есть чуть большие? Да в 3 секунды. Трейд-ин и апгрейд здесь же. В отдельных случаях и новинки, и это не миллионы рублей и не миллионы баксов. Вам это надо? Да, вам это надо. Хотя, может, кто-то и хочет в долларах или, может быть, в евро. Но нормальные цены здесь, как и кредит, как и замечательный выбор. Так что при выборе места, где вам предлагаются новинки и БУ, выбирать, конечно, вам. Но лучше всего, наверное, заехать сюда, в салон Best Auto. Или хотя бы начать с него. И вот теперь о ценах. В цену влетают только те, кто хочет купить новинку. Ну типа, я крутой такой. А как вы ее потом продавать-то будете? По сути, результат тот же. Вы ее, конечно, продадите. Но только первый год владения автомобилем — это минус 20% от цены. И вы ее продадите теперь по меньшей цене. Такой же, как автомобиль годом ранее, но купленный как БУ. Ну и понятен и грамотен результат. Хотите иномарку — покупайте БУ. Можно купить и отечественное. Потому что ценники ниже, а качество тоже. И, кстати, наши машины по сути ничем не уступают иностранцам. Потому что они уже отчасти иностранцы. Ну, глобализация, знаете ли. Также разгоняются, да и результат такой же. Есть кондиционеры, автомат. Мы, по сути, когда-то отставали. Но сейчас... И, кстати, про качество. Не каждый автомобиль на рынке вам демонстрирует ухоженность. А здесь это очевидно. Не каждый автомобиль, даже с маленьким пробегом, так велик, как он кажется. И вот здесь, в этом месте, на Магнитной 111, смотрят не только на внешнее состояние, но и на состояние подвески. Если нужно, ее ремонтируют. Ну и внешнее состояние важно, конечно. Ну и потом, не в каждом месте вам дают кредит, а здесь это делают. Не в каждом месте вы ее сможете застраховать, а здесь пожалуйста. Еще перечислять? Или хватит? По идее, здесь находятся машины для любого кошелька, даже не самого большого. И эти самые цены, о которых мы уже устали говорить, они как были с момента открытия, так и остались на прежнем уровне, никуда не делись. Я, конечно, понимаю, что хотелось бы поднять немножко, но не получается. Да и не надо, наверное. Цены слегка удивляют. Не, ну мы можем, конечно, продать их подороже, как говорится. Но здесь БУ и не очень БУ. Они, в принципе, в идеальном состоянии. Потому что за ними смотрят и ухаживают. Теперь непосредственно переходим к покупке машины. Принцип все знают. Взяли машину, внимательно посмотрели, прокатились. Посмотрели, что внутри. Если нужно, отремонтировали или заменили что-то. И вы ездите. То есть вообще никаких проблем вроде бы и нет. И кстати, если совсем маленько не хватает, но очень хочется купить, да легко все делается. И еще вариант. И это легко. Хотите машину продать? Приезжайте сюда, заключайте договор. И за нужную сумму вы свою машину продадите. Самое главное правило. Купив машину здесь, вы получаете результат. И результат, ну, как говорится, крутой.
Посмотрите, машины с минимальными пробегами продаются здесь же. И теперь, если взять в общем, общую стоимость всего, что мы вам перечислили, то есть это сам автомобиль, его внешнее состояние и внутренняя, так сказать, ухоженность. Главное, чтобы машина была по сердцу. И вот вы уже нашли, вот она, моя ласточка, только моя. И что мы видим? А мы видим идеальное состояние сердца машины, салона, ну и подведенные, так сказать, глазки. То есть полировка, чистота, порядок. Круто, конечно. И будем говорить, что это без переплат. Потому что, опять же, цена вопроса. Машина должна вас возить и привозить прибыль. Можно купить новое, можно купить БУ. Магнитогорск дает вам такую возможность. А можно БУ и продать, и качественно продать, и сделать это здесь. Где это решается? И где это решается легко? На Магнитной 111.